Поехали торговаться. Вопрос, сколько мы тут готовы заплатить? Да. За манера. Бага за фул, добрый вечер. Хозяину стрима КЗ возле замка. Было бы неплохо, проблема только в том, что нет артефактов на этом шаблоне. Поэтому это невозможно. С Собакиным за Инферно от Кузи пожелание сыграть на Цербер. Как торги сложатся? Привет, капитан. Шесть тысяч, да? Ну давайте еще немножко, буквально, и отдадим. Бриса нет, Грей. Бриса же вообще нет на ауткасте. Тогда КЗ на герою со старта главное верить. Понял тебя. Но в принципе мне нравится твоя позиция. Про главное верить. Привет, Дмитрий. Я думал, может, сегодня немного посплю. Так надо ложиться, если хочется. Надо ложиться. Мы в прошлый раз за Инферно играли, да? Было-то, в принципе, неплохо. Ну, больше платить, наверное, смысла не будем. Просто любимая героиня вообще, пожалуй, во всех Home 3. Кто? Я пропустил. Привет, лидер. Красный цвет мы берем. Добрый вечер, Азатот. А, Бриса, самый любимый, понял. И просто про Инферно говорил, а тут я что-то как-то у меня не связалось в голове. Будем демонить. Как пойдет, я тот себе ищу демонолог-то, признаться. Но по случаю бывает кого-нибудь, могу и поддемонить чуть-чуть. Так, итого, 6200 у нас, минус 6200 у Салмира. Так. Маруся или Нимус? Вот в чем вопрос. Ну, Маруся, наверное, да. Наверное, так. Из магии долго демонить. Ну, это как демонить. Так. Сергей, добрый вечер. Спасибо. Спасибо большое за пожелание. Анонсировал нашу с тобой игру. Завтрашнюю. Все в нетерпении. Любимая героиня только Тунар. Элементаль, путешественник, просто красавец. Ну, типа того, да. Так, 1-3-3 мы ставили, да? Мне кажется, что это...
Ну, больше-то точно не надо. Ну все, поехали, ребята. Интересных нам игр. Хорошей сдачи мне, хорошей сдачи Салмиру. Главное, чтобы было интересно. Погнали. Посмотрим, что там мы сейчас наловим по сдачам. Самое интересное, как по мне, это выловить сдачу. У нас есть лагерь беженцев. Сейчас достаем оттуда. Кого? Черного дракона и разваливаем, да? Или архидьявола. Так, судя по мини-карте, да, она хоть и закрыта, но у нас респ как-то потолще получается. На первый взгляд. Но это мы посмотрим. Так, что с артефактом? Лук! Какой же кайф! Лук из вишневого дерева. Коробка здесь, здесь две. Ну, как бы слабенькие, да, что-то еще за демонами есть. Но туда так просто не протиснешься. 5-9 кавалеристов. Ну, тут коробка на бесов, понятное дело. Еще есть коробка. Еще есть коробка. А я вам напомню, что количество коробок я поставил поменьше. Ну, еще есть коробка. Это надо играть. Йента надо играть. Городской пар. Что? Правильно, Тал. Плюс на плюс. Поехали. Поехали. Привет, Зус. Мегапихарь. Кеша. Тоже в предвкушении. С компьютером понравилось играть. Так. Ну, поехали. Значит, портал, да? Значит, городской. Забираем шахту и погнали. Вопрос, нужно ли было сюда бежать, конечно, да? Ну, кстати, хорошая коробка. Ага, тут родная деревня вообще. Интересно. Мы не увидели ни одной лесопилки из плохого. Еще коробка. Коробок много, но не такие, да, не быстрые. Но коробочки не быстрые. Ну, тогда мы едем в родной замок, там докупаем. Войскам. Берем денежку, ставим провал, да, еще немножко усиливаем армию. Слушайте, 5-9 кавалеристов могу я бить? 3-2 у нас статы. Да нет, наверное, это перебор. Как на ком я их буду бить? Ну, еще 3 пита, но маловато, да? Так, ЭГО где-то посередине у нас будет. Кстати, интересно, респ, да, обычно как-то по диагонали делится. А тут, кстати, зря я сказал, что у нас больше. У нас, если и больше, то чуть-чуть, да, так вот. В принципе, более-менее разделилось. Более-менее ровно и равно. Привет, Оксирон, Алексей. Девять красных драконов. Да, тут, конечно, быстро можно вылезти, да? Собрать бы вот эти коробки и прям рвануть. Что, гидры? Штрафа нет у него. Ну, ни у него, ни у меня. Поэтому мы без штрафа перемещаемся. Так, нам нужна лесопилка. Единственное, что. Салмира там какая-то боевка. Интересная, бодрая, веселая. Ну, в общем, смотрим. Короче, за еще одной деревней мы не побежим. Мы берем город, добегаем, да. Собираем вот эти коробки и едем к оппоненту, как будет получаться по времени. Ну, посмотрим. То есть план такой. Кстати, у нас клевер лежит. Добрый вечер, Хамио.
Слушайте, коробок нам сдало. Это прям... Такое впечатление, как будто я ничего не резал. Но я-то резал. Количество карабасов, барабасов. Сундучки есть. Откуда начать? Слушайте, ну выглядит так, что вот отсюда надо начинать, да? Причем карабасы... Ну, демоны пяты. Ну, вот тут понятно, что что-то такое, да? Но остальные, вы посмотрите на эти коробки. Просто посмотрите на эти коробки. Привет, Эхо. Молик, добрый вечер. Дмитрий, приветствуем. Всем привет, ребят, кто присоединяется. Иван, добрый вечер. Клевер, это баг или что-то оставлено? Я рассказывал вначале о переменах на шаблоне, в том числе я вернул артефакты первого уровня. Ну, то есть это секира, щит, вот этот деревянный, клевер, там на моральку, на минус моральку, да, на плюс скорость, подвеску. Ну, вот эти первый уровень, самые простенькие. Инферно генерирует всегда больше коробок. Не знаю, по моим наблюдениям-то вроде как, опа... Шлем вот этот. Тут, кстати, АУТД можно собрать. А, нет, подождите. Щит и меч же, они второго уровня, да? Вот это мы бьем. Ну, мы обязаны это бить. У нас, в принципе, была докупка из деревни. Плюс у нас... плюс у нас что? Блок на дороге, то есть он не может быть очень сильным. Через дорогу лезть, видимо, смысла не имеет. Ну вот мы кусочек респауза светили, так-то у Салмира тоже тут лежат коробки. Это, наверное, на земляных элементалей. Ну, хотя дальше может что-то еще быть, да? Не очень понятно. То есть вот это мы заберем. Да, ну карабасов нам сдало, мое почтение. Вот это заберем, вот это посмотрим обязательно. 2049 огров, наверное, надо бить. Ну да, тут как раз скупимся. Деньги какие-то тут есть. 50-99 змеев. Ну, вообще, если честно, боязно. Сейчас, секунду, ребят. Я уже начал работать, что было? Ну, с мамой давай реши все вопросы. Иди. Иди, иди к маме. Латош, значит, ее надо подождать. Привет, Вазарик. Да, причем коробки, давайте, да, отметим, они прям же у дорог у нас. А, ну тут две, тут слабые коробки, вот эти две можно не брать. Главное не залиться на них, я вот что вам скажу. Здорово, Сильвер. Салмира, там супер боевки какие-то идут. На минус таймер, но его как бы это не сильно напряжет. Минус таймер, он быстро умеет ходить. Как бы он обычно таймер копит вообще нормально. Так что для него это не проблема. Магия земли. Я думаю, надо брать. Провал поставить. Ну, я думаю, надо. Потом это все выкупить, постараться, да? Здесь таверна. Ну, нет, мне нужны деньги. Мне нужны деньги на скупку. Не до того, чтобы строиться.
Может, ракету, завтра ракету бахнем. Ракет мало, сейчас мы их мало собираем. Завтра будет интересная история с уникальными героями. Поэтому я думаю, завтра. Нам мудрость нужна, да? Ну, хотя нужна ли она нам? Вот вопрос, да? То есть, когда ты не видишь контента, ты понимаешь, что тебе надо быстро перемещаться по карте. Ну, хотя, как бы, не лишняя земля есть. Вопрос, как и где это докачивать. Ну, будем думать, искать варианты. Старсикер, добрый вечер. Юрий, привет. Не хватает двух мувпоинтов, ну ладно. Так, вот это вот в принципе-то неплохо. Здесь мы просто выкупимся, здесь гилду будем ставить, да? А к нему лезть вообще вот здесь где-то, в этой части респа. А, вопрос, нужно ли нам кого-то грейдить? Ну, наверное, нет, нам нужно скупиться для начала. В принципе, можно поставить гилду здесь, чтобы ману залить, но мы тогда, я боюсь, не скупимся. Так, а колодцы у нас по дороге. Ну, надо будет так сделать, подгадать, чтобы в городе переночевать. Да, замок не ставим. Ну, в общем, я думаю, что... Я думаю, что так. Это берем, сюда, я думаю, уже не забегаем. Ну, нам просто не надо, у нас сейчас будет мясо есть, единороги, да. В принципе, тут мы должны разбираться в любом случае. 38 мужиков после прироста, было 34. На демонов потянет карабас или как? Эй, это вот вообще нечестно сейчас. Вот гад такой, а. Хитрован. Ну, видимо, здесь снимаем ответ. О, неплохо. Терпеть. Хорош. Давайте все-таки брать. Все-таки брать. Ну что, пошел сбор коробок. Это неплохо. Плюс Гоги это у нас. Динодемонов хватит. Ну да. Держи карман шире. 50-99. Нужны они мне 4-5. Ну хорошие статы. Надо добирать, да, коробку. Потери будут, ясно. Я думаю, надо добирать. Отличные потери даже на автобое. Еще Гоги. На месте городской портал, считайте. Четыре, шесть, два, четыре. Он что показывает? 6-1-2-4. Ну, в общем, похожие статы. Ясно, что он тоже бьет. Он собрал все деревни. Ну, это как бы вот... нам верхняя деревня не нужна. Портам мы видим еще телескоп, да? Ну, как бы ясно, что мы за ним не поедем. 100-249 огневичков. Очень много. Я не уверен, что мы можем это бить.
100 плюс огневичков. Джинов, наверное, надо разваливать. Вот этих надо развалить. Вот этих прям подряд собираем коробки, заезжаем в город, пополняем ману, да? Нам надо так подгадать, чтобы это сделать. Здесь нам надо выкачать землю обязательно. Потом сюда, 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 сюда пробиваем гидр. Вот сюда еще это берем, минус удача. Здесь СП-шку, пожалуй, пробиваем гидр и идем искать соприкосновение. Наверное, такой у нас план. Привет, Роман. Да, это первое, только начали. Нет, лук не пригодится. Чтобы пригодился лук, должна быть стрельба. Стрельбу мы брать не будем. Маршрут построить через коробки на гидр или вампиров? Как через вампиров? Вампиров вот же. А мы там будем выходить. Ну что, вот это мы не берем, да, коробку? Едем джинов бахать. Ну, 100 плюс, наверное, жестковато. 2049 джинов пусть будем трейдить. Ну, единорогов будем трейдить, этих ребят. А, бесиков. В принципе, должно быть норм. 105. Отлично. Отлично, я бы сказал. Блин, 50-99 сатиров. Но у нас есть вот эти ребята, да? Давайте бить. 61, нормально. Нормальное количество. 7-14 просто. Ну, как хорошо-то. Ух, 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 ух. Гад такой. Ладно. Гад еще какой, это называется. Да, ну плохо получилось на самом деле в итоге. Воздух. Ну, наверное, нет. Он полезный, да, и как бы... Так, нам надо скупать будет войска. Плюс собаки, ужасно. Ужасно просто получилось. Демонов надо поставить будет. Так, здесь... Мы не успеем, да, сколько? 741, логу нам не дали. 1560. Сюда заехать, да, денег. Плохая получилась пробивка в итоге, очень плохая. Константин, прошу прощения у вас в аудитории, не получается донатить. Могу я просто на карту закинуть? Благодарность за обучающее видео, извините, если не к месту. Ну, про донаты для стримера или летсплейщика, Дмитрий, это всегда к месту. Да, конечно, на карту. На карту даже лучше. На карту это лучше всего для стримера. Это никакой комиссии, просто приходит вся сумма. Поэтому да. Собаки это прекрасно. Собаки это прекрасно, да. Ну что, вот это мы... Ну, боязно, да, их бить что-то. Сколько их? 2049. А, коробки на магию еще добавил, да. Вот-вот-вот. Салмир мне напомнил, что я еще сделал. Чтобы магам было приятнее.
Номер Сбера в любом ролике на Ютубе есть, в описании любого ролика на Ютубе. Ну, не сказать, что у нас прям армия какая-то, да? Супер-убер, пупер, мупер. О, а тут тоже... О, ну сюда тоже надо заезжать, слушайте. 47 бичков. Блин, земля тоже нужна экспертная. Нет, давайте возьмем. Земля экспертная, это прям круто. Девяносто два пацана. А книгу я так и купил, да? Ясно. Понятно. Но, ну, в город, ладно, нам все равно возвращаться. Лога нужна, надо быстро бегать. Карабасов просто капец. Нам сдало. Да, ну тут слабый, конечно. Нам демонов грейдить, да? Ну, замок-то нет. А вот культ огня, да. Привет, Натали. Да, лог на любой карте важно.
Минус мораль, дух, уныние. Ну, как бы против элемов-то не нужно. Ну что, раз коробка сюда, эфритник надо забирать. Ну, по идее, надо. Жаль, конечно, мы его не так, чтобы вовремя забираем. Или не надо, или не тратить мувы. Все равно в эфритов здесь мы играть не будем, да? Чем мне два эфрита? А мувы потратим. Так, ну тут магоги, наверное. Гоги, магоги. Как же они бахают. Жесть. Гоги. Можно и спешечку еще одну взять. Ну, наверное, ради этого просто сюда забегать. Такое, да, тоже тратить мувпоинты. Двадцатка, но это питы. Так, ну что, последний день одновременных ходов. Привет, ИИ. Татьяна, добрый вечер.
Просмотра у нас нет, к сожалению. По идее, город где-то здесь. Может, даже успеем забрать. И то бы улучшить, да, но у нас денег нет. Сто 249 энергетиков. Нормально, там тоже карабасов. А там мы прям заметно лучше. Энергетиков много, да? Так, давайте подумаем над расстановкой. А там мы лучше. Базовое нападение. Там нападение будет, очевидно, что не базовое. 250, ну 500, да, по земляным залетит. 265, ну тут лучше, наверное... Магические бахать штуки. Он будет на родной земле драться. Что там по магии? Пятое СП. Шестое знание. Угу. Берсерк вполне себе, да? Может быть, мы боимся берсерк. Надо нападать. В любом случае. Что на него смотреть? 89 элементалей магмы. Да, у него жирище было лучше, чем у меня. Больше, чем у меня. По коробкам, видимо, плюс-минус, да, но по количеству. Ну ты и прухло. Привет, Михаил. Свитки такие мощные, не с шестым СП. Свитки-то хорошие. Ну, тут надеяться, что там нету берса, условно говоря, да? Запираться как-то, запирать, в общем, наших магогов и пытаться как-то стрелять. Ну, то есть, 11-й атак по второй защите. В целом, неплохо. Вот. Но если только это нас спасет, а так, конечно... А так, конечно, выглядит жутковато. Спасибо огромное за поддержку. У меня 1000 рублей залетело на карту. Спасибо большое. Да, наверное, так мы делаем. Что там с моралью? Плюс одна мораль минус одна удача. У нас плюс мораль, плюс удача. Но мораль ему, как бы, сами понимаете. Шестая скорость. Сколько он убивает? 5 магугов. Двенадцать мы убиваем всего лишь земляных. 7 цепью, но это, конечно, ни о чем. Ну, тут надо, да, щиток прокастовывать и как бы... Как-то так. Стрелять. Так, а на них же не действует сплэш или действует? Нет, на этого не действует. У него же защита от этого. От огня, иммунитет к огню.
Ну, если там берст, я должен закрываться. Если там берст, ну, значит, берст, чё. Вот а цепа без воздуха. Воздух ничего не решал. В плане цепа. Шестой СП, ребят, забудьте об атакующей магии для героев-воинов. Просто забудьте, выкиньте из головы. Можно вот сюда кинуть ответку, в принципе. Ну, убить единички, вот это все убить, да? И вот эту единичку, чтобы неким было ответку снимать. Там точно весь второй. Ну, второй-то нас не пугает. 5-10 я убиваю, слушайте. Но если нет берса, то как бы вроде и неплохо звучит. Хотя неплохо звучит, а я в него не смогу стрелять, если он вплотную к моим-то станет. То есть в него же этот не работает, сплэш. Но феек вроде надо убивать. Не, нам-то берс бы не помог, конечно. Это мелочь от души, привет, Дальний Восток. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо. Рад, что контент нравится. Восьмая скорость, он всеми обгоняет. Но слишком много, не знаю. Салмиру прекрасное настроение. Напрухал, сидит, радуется. Так, как нам перекрываться? Но это, видимо, наша единичка, да, под снятие ответки. Тут проблема в том, что он бьет на следующий ход энергетиками и землянками, и я боюсь, что у нас армии не остается. Слишком много, слишком много. Тоже видел, что он плюсовал, да? Тоже плюсовал. Слушайте, финалка 1-3-4. Ну, прикольно. Прикольно. Лучше демонов-то было бы спрятать. Ну, ладно, смотрим, что сейчас будет получаться. Да, проблема, конечно, тем, что магогами-то как стрелять, да?
сколько феечек лежит. Да, в рядочек красиво. Двадцать один, двадцать семь. Хочется этим бить с ответки, да? Но сейчас этот парень же к нам прибежит. Единичку он убил, чтобы мы не закрывались. Ну что, нужна удачка, моралька. Не зашло. Он не так уж много нам бьет, слушайте. На этого-то не работает, дядьку, ясное дело. Сюда мы еще метеоритчику, да, залепим. Хорошо снимаем, да. Ну, 11-я атака по второй защите. Плюс у нас доспехи, да, экспертные тоже нам помогают. Плюс магоги по земляным табахают нормально, даже с плэшем. Этих мы и так убьем. Похоже на победу, поглядим. Плюс щит режет урон, да? Но я думаю, метеоритка все равно профитнее, чем каменная кожа. Благо у него нет моралей на элементалях, да? То есть он-то да... Магогов не доберется в этом ходу. Пятьдесят один бесенок, он их никакой молнии не убьет. 200 хп. Или убьет. Пятая СП. Сколько молния дает? Не, молния на пятом СП не бьет же 200, да? Она по 25 бьет, плюс там что-то от магии. Мне кажется, им не должно хватать. Опять же, собака двоих укусит. Если он так оставит энергетика. Ну, там она не очень много кусает, но все равно. Щит. Угу. Я не знаю, что он в прошлый раунд выпендривался, дал волну, а не щит. Надо бить. Yeah.
Сейчас, ребята, одну секундочку. Показалось. Ну что, сохраним наших магугов в неприкосновенность. Хотя тут-то он уже может, да, в них врезаться. Он может... он может убить этого магией, да? Кто здесь проклял? А я-то в чем? В том, что тактически тебя переиграл. Потроллим немножко. В том, что метеорка. Так на твоем респе лежала. Сам виноват, что не добрал. Ментально был сильнее. Это хорошая версия. Много объясняет. Ой. А слово не пропечаталось. Не пропечаталось и не пропечаталось. Я его для зрителей проговорил. Так, в атаку побежали. На тебе! На тебе, мистер Рыба! Эх, красивый страдает. Насчет того, что быстро играется, ну вот мне и хотелось именно этого. Чтобы вот был шаблон, который будет быстро играться. Вот именно что дуэльный. Плюс 4 рейта, сколько у него там рейтинга-то? Салмир все посливал. Просто маленькая карта. Не, у него 384, нормально так-то.